Здравствуйте, друзья. Друзья, привет. Владимир Кирюшин продолжает делиться своим опытом по хранению овощей. Сегодня мы будем правильно хранить морковку. По словам Володи, она очень долго и хорошо хранится. Ну и, собственно, покажем, как же мы это делаем. Да, ну вообще обычно морковка хранится наоборот плохо. Значительно хуже, чем, скажем, картофель. Но есть способы, как сохранить этот овощ значительно дольше. Традиционно морковку хранят в ящиках деревянных, засыпанных песочком. Когда ее укладывают слоями, потом слой песка или торфа, потом слой морковки. Но это очень трудоемко, ее откапывать надо, этот песок туда-сюда, назад, обратно таскать из подвала. Поэтому чаще всего морковь сейчас хранят вот в таких вот решетчатых ящиках, как тот, который вы могли видеть, мы использовали для груш. Можно брать ящики поглубже, потому что морковь не боится, если ее ложат несколько слоев. Деревянные можно брать? Можно брать деревянный, но в этом случае тоже он должен быть сколочен из отдельных планок и со столбиками по углам, чтобы проветривался. То есть пластмассовый лучше. Хорошо. Да. К тому же пластмассовый не гниет. Значит, первое, что мы должны сделать, это внимательно осмотреть нашу морковку перед закладкой на хранение. Вот у нас есть корнеплод, чуть-чуть какой-то сморщенный, странный, мы его не будем брать. Угу. Любые следы гнили, естественно, тоже не идут в дело. В этом году это особенно важно, потому что... Этот мы не берем. Да, этот не берем. С дупло берем. Да, вот у нас какое-то это не дупло, это, скорее всего, он треснул, когда резко пошли дожди, и он активизировал рост. Тоже не берем. Это мы пустим сейчас на переработку. Мы видим, что эти корнеплоды годятся. И сейчас я предлагаю хитрый способ, как сделать ее более долго хранящейся. Мы укладываем ее в обыкновенный полиэтиленовый пакет. Он должен быть толстый, тонкий или не имеет значения? Ну, желательно, чтобы он был толстый, но это по большому счету не имеет значения. Главное, чтобы он был не особенно дырявый, чтобы морковка не вывалилась. Завязываем наш пакет. Берем ножнички и прорезаем несколько отверстий. Проще всего отрезать у пакета два уголочка. Так, вот мы с другой стороны тоже вырежем отверстие. Значит, отверстия нужны для того, чтобы воздух более-менее свободно циркулировал. Две дырочки хватит? Да, хватит. И у нас не образовывался конденсат в пакете. После этого мы морковку нашу постепенно, медленно и неторопливо в идеале охлаждаем и отправляем в подвал или в овощной ящик. А как мы ее охлаждаем? Можно в холодильник, а потом в подвал и ящик? Можно, потому что если мы поместим морковку сразу резко, с резким скачком температуры, то вот здесь на поверхности кулька может образовываться конденсат, а это путь к гнилям, это плохо. То есть медленно, постепенно охлаждаем холодильник, а потом перемещаем подвал. Морковка любит более высокую температуру чуть-чуть хранения, чем, скажем, картофель. Если картофелю лучше всего 3-4 градуса, то морковке где-то 5-7, и она тоже любит высокую влажность. То есть, на самом деле, можно, если вы храните морковку в подвале, ящики с морковкой поставить на картошку. Там температура будет у верха подвала немножко выше, и все будет заметно проще. Володь, хорошо, по хранению я понял. А почему это делается в пакете? Морковка очень сильно высыхает, она теряет влагу через кожу. И если ее помещать без пакета в хранилище, или вот не засыпать ее песком, торфом, то она очень быстро сморщивается и высыхает. А вот, вот по этой морковке очень хорошо видно, как этот процесс начинается. Она лежала у нас просто, да. А через эти дырочки не выйдет влага? Сколько-то будет выходить, но заметно меньше, чем могло бы. А, то есть вот, я понял. Ни в коем случае не стоит мыть корнеплоды перед закладкой на хранение. Микроповреждения кожуры, влажная кожура, смытый защитный восковый слой, у кого он есть, это все ухудшит хранение. Володь, вопрос про ботву. У нас обрезано. Стоит обрезать, не стоит обрезать? Ботву есть несколько вариантов. Можно обрезать ботву на несколько сантиметров выше, чем уровень корнеплода, или можно открутить ее по уровню корнеплода. Вот здесь у нас ботва именно откручена. Да, конечно. Так быстрее, но так требуется заживление вот этой вот ранки. То есть такую морковку нужно несколько дней подержать при температуре плюс 20 в тенистом месте, чтобы она подсохла и травмочки залечились. Угу. То есть, или, друзья, если мы откручиваем ботву, то ждем 2-3 дня при обычной среде, пока морковка наша заживет. А если обрезаем, то можно сразу. То можно хранить ее и сразу. Но тут еще важный момент есть, который, как и с картофелем, можно обработать морковку, закладываемую на длительное хранение, или будущие семенники, корнеплоды, можно обработать препаратами фунгицидами.
Ну, мы этого не делаем, потому что... Мы собираемся ее съесть в ближайшее время. Друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам было полезно и вы воспользуетесь советом от Владимира Кирюшина. А также спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите. Мы всегда рады. Всем хорошего хранения. Да, и, конечно, мы будем рады, если вы поделитесь своими оригинальными способами хранения морковки в комментариях. Всем пока. Счастливо.